Ну ладно, ладно. Ты ничего не пропустил. Еще и ушел куда-то. Ушел, да представляешь, тренер, перед матчем, говорит, ребята, говорит, подождите, мои игроки там еще не настроились, сейчас, подождите, я пройду скоро. И это не профессионализм высшей стадии. Вот, ожидание поставлю, пока почитаю, что вы пишете. Леха не профессионал и нытик, понимаешь, вот так вот. 5 посол за 75 минут, ужас. Дебюши и Уэлбика, нет, Вилшот, подожди, мы так не будем делать. Какие Дебюши и Уэлбеки? Это не то, что нам нужно. У нас тут серьезные ребята играют, серьезные задачи решают, понимаешь? Вот и Криштиану Роналду сегодня выйдет. Хотя Роналду после травмы, Месси не травмирован, блин, 68% подготовка к игре. Что с ним такое? Почему не готовится к игре? Я не знаю, надо его, наверное, провести воспитательную беседу. Так, Хидира, вот, вроде 95, да? Ну что, я готов. А если посмотреть на Бускетса, ну ладно. Нормально, так сойдет. И так сойдет, какая-то. Давай, Леха, нажимай, что ты творишь? Так я уже нажал все. Ну все, ты нажал, да, ну давай. Что ты такое поменял? Плохо сейчас стало слышно. О, вообще перестало слышно. Так он этот, выжигатель мозгов включил. Я включил? Да, у тебя выжигатель мозгов появился. Так я вообще ничего не трогал, я только подошел к компьютеру. О, молодец. Ну ты уйди и снова приди. Да. Как-то у тебя раз это удалось. Сейчас попробуем. Так, подожди. Вот. Ну вот сейчас получше стало, Леха. Ладно. Так, ну что, я готов, давай, погнали. Подожди, сейчас я... Где твой Роналдо? Так, сейчас я... уже оба в составе, опасно. У меня Кросс потерял! Потерял настрой, после того, как я ему сказал, ради болельщиков выложить. Потерял настрой сразу, говорит, ну все нормально, я с ним поговорил. Пообщался, говорю, Кросс, говорю, напомнись. Ну что, давай, поехали. Факерс против Даймондс. Лохи-лёхи, понимаешь? Ну давай. Ну, хоть брака не допускается, это сразу видно, да, то, что Леха настроил своих игроков, ну хумлис, красавец. Костяну, пошел. Что это за запрос? Хорошо, давай, Месси, ну ты посмотри, Месси от кошельного не убежал, ты говоришь, плохой защитник у тебя. А что, ха-ха-ха-ха-ха, так и есть. Ну, где, Костяну, давай, решай, придумай что-нибудь. Правильно, на Кросса, на своего партнера по команде. Ну, хорошо. Вот сейчас Костян оттуда должен зарядить уже в девятину, понимаешь? Чтобы Лехе неповадно было. На Костана навес. Не надо на Костана навешивать, он не главный замыкатель. Давайте, ребята, с пеликулета. Костан. Ну куда ты, Костан, даешь? Короткий пас стоит! Куда ты даешь? Это ты к Сашуле в команду сейчас у меня отправишься! С такими моментами. Короткий пас. Я с радостью приму. А я тебе не отдам, это я для красного словца сказал, чтобы припугнуть, понимаешь, да? А то еще говорят, Руни. Ну, Руни. Кто это? Это Хумис был? Так легко обыграл. Ну, это кошмар. Да. Это Ховард стоит на воротах. Ну, да, Серега, у меня близко к воротам больше не подойдет. Я тебе так скажу. То, что он показывал... Ховард, куда? Я тебе запретил это делать! Нет, еще один дилетант. Я говорю, еще один. Нет, Костан что, дурак что ли? Я говорю, обыгрывайся со своим, с ближним. Куда ты далеко зарядил, отдал атаку сопернику? Костан, так футбол не играет. Ну, Агуэра, ты будешь обводить кого-нибудь уже, или просто так будешь шагать? Я не знаю, что он будет делать. Ну, третья минута, мне не нравится игра. Да они... больше моментов, чем в моем матче уже было. Ну они не понимают, что они делают. Я не понимаю, почему у нас... Так, подожди. Ховард играючи ловит все эти удары. Ну Ховард-то играючи ловит, да? Но я не понимаю, Костан, что ты творишь? Все правильно стоит. А он ерундой какой-то занимается. И дарит мяч соперникам. Еще и повреждение получил. Красавец, красавец. Ну совершенно! И куда ты?
Я не знаю, это я вам по-русски сказал, играйте, контроль мяча! Ну ты что творишь? Пенальти. Какое пенальти? Никакой пенальти Ровное не было. Ровное пенальти, по ногам. Не было, ударили. Не было там пенальти. Не Давай, Бернат, накрути этого шакалка. Ну отнимите мяч! Ховард! Ховард! Я не знаю, что с ними делать! Ховард! Ховард! Это ужас какой-то. Ну что такое, Ховард? Кошельный. Вот ты и кошельный. Я не знаю, что к воротам прижали, сидите в атаку, вы, нечего тут сидеть. Я с вами поговорю в перерыве, так, что, как это было? Он первый раз, по-моему, вообще не понял, что надо бить, он носом как-то сыграл, но это Кастана. У Вилшора про кошельник, все правильно написал, супер ФЗ. Ну да, Кастан, тут Лерис тоже, знаешь, так этот, поймал, как Игорь от Кореи. Мог бы пропустить. Ужас, ужас! Ну где? Где Плесинг? Да, кошмар. Хорош, в запорники мне уже забивают. Да. Это ужас какой-то. Это просто хозяева так хорошо играют. Ну, хозяева, да, хозяева. У меня тоже ничего не получалось. Так, подожди. Послушаем Ники. Вот так. Но мне это совершенно не нравится. Игроки не выполняют установку трейдера. Не выполняют установку трейдера. И понимаешь, а все стрелы на трейдера. Они отобрать вдвоем не могут! Что это, кто это? Это Хумель за голову свою схватился, блин. А что ты ножку поставить не можешь, что у тебя руни бьет, блин? Он не должен бить. Вау. Ну вот. Мне ассистент подсказывает, говорит, что мы проигрываем центр поля. Да я что-то не заметил, что вы его проигрываете. Вот куда ты забрал? Куда ты этот заброс делаешь? Мы без забросов играем. Тони, что это за откат назад? Лука, Тони? Кросс. Что происходит? А вот я не знаю, что у них происходит. У меня мне так гол забили, представляешь? А где Роналду-то с Месси? Незаметно. Не ну, незаметно, тут вот Хумель зато реабилитировался немножко. Так, сейчас подожди. Кто-то там задонатил. А тот самый Жазегат. Сейчас посмотрите, у меня автобус более комфортабельный. Ну, вот. Муринья, я его побеждал, так что нормально все. Ховард. Вейн Руни контролирует игру. Ну, накрывай. Что ж ты не закрываешь, блядь? Это же не я должен накрывать, это вы должны его накрывать. Хорош, бей, забивай. Аккурат. Ну что это? Что это? Как позволяют? Так позволять бить нельзя, это недопустимо, понимаешь? Вот. И что? Мне не нравится то, что мы по технико-тактическим действиям выступаем. Ну, ребята, ну встречай! Нет, это кошмар. Как эти передачи раскатываем проходят? Просто. Да, они не должны проходить, потому что там мои игроки стоят. Что они стоят? Просто так там, что ли? Ловесе много ошибок. Да, наверное, много ошибок. Да. Там многие ошибаются. Я серьезные коррективы внесу. Ну, а встречай его! Ну как он, Луни, один? Ну как он остался один? Что вы стоите-то? Смотрите, как он бьет. Это ужас! Сказочная, да. Я не знаю, как так можно играть? Посмотри! Вот! Ну Хомяш, ну ты с ним играй! Ну ты мешай ему, что ты стоишь-то рядом, блин! Все четко. Ну четко, блин. Я не понимаю, что происходит. У меня такого не было. Чтобы игроки отказывались выполнять, понимаешь, тренерскую установку. Это кошмар. Причем. Аспилику это вообще очень плохой. Причем. Под технику. Да, аспилику лето. Мне не нравится. Так, то, что происходит, мне вообще очень не нравится. Игроки сливают тренера, вот. Да, вот возможно, потому что у меня нету другого объяснения, как так можно. Я с Пеликулета, смотри, он даже не реагирует на критику. Я ему сказал, ты играешь плохо. Нет, даже ноль эмоций. Дебюши в ужасном состоянии. Ладно, а где Гайя? Давай, выходи. А с Пеликулета толку сегодня, я как вижу, не добьюсь. Да, Лавеси. Может как быть. Бы сейчас заменами хуже не сделать, а то будет не 3-1, а 10-1. Говорят, Леха купил игроков Александра Викторовича. Я судей купил. Да. А в сайт-то не было. Еще и судей купил. Конечно. Так, ладно, сейчас мы... Факерсы факерят, что я могу сказать. Сейчас мы разберемся. Попробуем это сделать.
Потому что... Нужно просто Роналду убрать сразу в Месси. Лучше станет играть. Ну, они никогда не играли вдвоем. Не, надо одного кого-нибудь убрать. Нет, я уверен, что сейчас заиграют. Я просто, возможно, не те инструкции им задал. Ну что ты, Ловес игру портит? Подожди. Так, Кастан, ну это кошмар. Ну это пенальти. Так, Кастана я заменю сейчас. Давай, Джерард, ну ты-то что, как шакал играешь? Ну, это чемпионат Райсабеса, Леха, Джерард. Всю игру тебе портят. Так, кто там? Кастан, да? Кастан, ну, я тебе могу только двойку поставить за такую игру, да, во-первых. Во-вторых, ну нельзя так играть, в этом матче. Пенсионера Мертезахера, что ли, выпустишь? Да нет, мне, слава богу, не один пенсионер Мертезахер. Да и то пенсионер Мертезахер, и то лучше на это будет играть, чем этот Кастан. Причем, вроде бы и по опеке, и по отбору хорошие результаты показывают. Да ну они, видишь, они даже не пытаются отнимать, блин. Только пластаются, ложатся, да, а нет, чтобы идти, понимаешь, в прессинг. В прессинг. И отнимать. У них этого нету. Так, подожди. Ребята, ну что вы творите? Это какой-то ужас. Ну что, не могу. Насри в своего попал. Ну насри-то это. От насри этого и ожидалось, понимаешь. А мои, понимаешь, они не могут завладеть контролем над игрой. Ловесси. Ну куда дал? Вот куда ты дал, блин? Там никого не было. Кондрево, ну что это? Вот Месси, что это? Это вот не это Месси. Вынос. Вот сразу понятно, что у нас нормальный центральный защитник вышел. Криштиану. Хорошо. Нобель пишет, что Месси надо инсайдом ставить. Ну, это Нобель, да. У него всех надо инсайдом ставить. Криштиану, вот, пожалуйста, первый раз поворотом пробил, не забил. Давай. Что-то прижали нас совсем. Ну прижали-то понятное дело, что прижали. И должны были давно так играть. Не надо так играть, я сейчас скажу нашим ребятам, чтобы они... показали чуть больше желания, чем имеется. Да какое там желание имеется у вас? Нет у вас никакого желания. Замену сделал, выпущу я вот так. Ну давай посмотрим, ждите, Йорген Йонасон, что ты там сделаешь? Где у Лёхи вообще люди, почему только 7 замен? А нахрена мне больше, все равно больше 3 нельзя сделать замен. Да, Костяну Лондон. Зато выбор больше. Но те, кто сидят там не на скамейке, я их и выпускать-то не собираюсь. В случае только травм каких-нибудь. Так ну что... где отбор? Кошмар. Я не... Гая, ты что? Что с ними происходит? Я не знаю. Я даже смотреть не буду. Играйте там как хотите. Ой, начинается. Не, ну подожди. Ну это пенальти. Не знаю, не видел. Я не видел, что там был пенальти. Так что расслабься, успокойся. Ну перехватывайте мяч уже, мне это не нравится. Так, ну конечно. Я-то думаю, что так. Не, ну Руни вообще разрывает фланг. Так, хорошо. Ходить штрафной с мячом. Сейф хор. Вот так. Сейчас заработает. Конечно, заработает. Я думаю, что надо мне поменять. Кого тебе поменять? Кого поменять? Давай. Уйди меня. В защиту, как ты играл всю предсезонку, под там 1-0 отскакивал с какими-то Арменией. Нет, ладно, я пока никого не буду менять. Подожду чуть-чуть еще. Ну, я не понимаю, почему они отобрать не могут мяч, понимаешь? Пенальти же! Да какой пенальти? Ну что вы не можете просто отнять мяч, блин? Это ужас! Не, ну у меня таких проблем не было даже с Red Star'ом, который в Национал играл, понимаешь, да? Эти в четвером, пятером, понимаешь, на одного огонь. Смотри, видишь? Хорош! Че, Цубис, мне показалось, что по своему воду. Зарядил. А я бы не удивился, если бы он сейчас зарядил. Руни, наконец-то Хумельс отбор сделал! Наелся просто Руни уже. Научился Хумельс в футбол играть под конец матча. Понял, как защитить. А это офсайд. Это не офсайд, это Месси. Это офсайд. Ну Месси, ну что это он, Месси так не играет? Нет, они... Хорошо там Роналду достимулировал накаточку для Иваныча. Давай еще раз, Роналду.
Надо, чтобы у Лёхи было удаление, да, тогда поборемся. Да. Так, подожди. А мы сейчас на тактическую хитрость пойдем. 124 человека смотрят, как Буба проигрывает. Ну а что, здесь не моя проблема. Так, сейчас мы кое-что сделаем. Сюрприз преподнесем Лёхе. Так что сейчас... Если на ворота вставим? Ну, знаешь, это радикально. Радикальный сюрприз? Вот так, ну... Где Месси, где удар? Понимаешь, он только Рододвуну забил там 3 гола. Я думаю, ну, может, войдет в форму. Ну, сейчас... Моменты вроде есть у них, и у Роналду был момент, да, но он не забил. Хотя тот же Руни... Тут же Луни с полумомента забил. Хотя вот явные голевые моменты 4-4, да, игра по большому счету равна, да? Играли 2 говна. Но. Говно, а кто 3-1 идет. Ну, посмотрим. То есть, видишь, в принципе, они под конец игры начали что-то контролировать, даже играть. Вот Роналду пасует на Месси, где это видано? Месси! Ну что это? Это не Месси! Нас обманывают, понимаешь, Лёха там, а что не заходило, вы думаете, Лёха там подкрутил им показатели, он по одному удар поставил, и ни тот, ни другой забить не будут, а что, я просто даже не знаю, что делать. Ну, Месси с правой ноги бил, кто его ставит под правую ногу, он должен левой бить, а не правой. Да ну, он даже коленкой бы забил. Да там Зырянов пяткой, Глушаков коленкой бы забили, понимаешь, да? А Месси уж любой ногой там или рукой. Дело, что Месси только левый умеет играть. Ну какая разница, понимаешь? Это же Месси. Это Месси, да. Он должен и коленкой, и пяткой, и чем угодно играть там, понимаешь? Ногой, рукой, понимаешь, там забивать надо было. Хотя бы в створ попадать. Так правой ногой бьет, знаешь, даже любой игрок чего-то России лучше пробьет. Да, вот своей не нерабочей ногой. Кросс, ну, вот ты, это посмотри, подкат. Ну это красная каточка, подкат двумя ногами, я что не вижу. Кадрева, обыгрывай. Ну, нормально. Месси головой играет, слышишь, что? И этот Ларис потом решил, я, говорит, не буду выдрачивать, я, говорит, выброшу сразу этот мяч. Я не знаю. Давай, хорошо, Хоббельс, ну вот куда ты выбил? Прими на грудь, понимаешь? Вот это, да. Иванович, Балотелли. Балотелли, ну это ладно, офсайд, ну. А какая разница, все равно сыграли хорошо. Хорошо. Да вообще Балотелли ты забыл, ты сказал, что не будешь его выпускать никогда. Да он питанду в Леху потому что бросил. Балотелли, он у меня в нужный момент только выходит, когда надо. Насри, ну-ка. Поднасрал, я смотрю. Ну, да, Ховард, такие удары берет в упор, понимаешь? Орудие отбить не может с километра. Давай, Роналду, Месси, где это все? Где? Ну вот Месси. Ну что это не Месси? Это не Месси, это знаешь, это Бухаров. Я не согласен с итогами матча. Я согласен. Потому что Месси 6-1 получает оценку. 6-1, блядь, как он играл вообще? Выглядит сбешенным. А я, так, я вам скажу. Я вам скажу. А в чатике писали, что неправильная позиция у Месси. Да там неправильная позиция у Месси, какая она у него неправильная, она у него правильная. Вот только он ни на одной играть не может, понимаешь. Вот. Ужасная игра, ребята, ужасная, вы меня все разочаровали. Так отвратительно футбол, ну Роналду и Месси, ну Роналду, кстати говоря, не так уж плохо играл по сравнению с Месси. Но я на последнее место опускаю, потому что это ужас. Меня даже Уткин обходит, понимаешь? Дудь! Кто такие непрофессионалы? Ловчев на первом месте! Это все, это для меня шок. Как так можно? И надо с ребятами серьезно поговорить, потому как они абсолютно не в форме, или что с ними не так. Ну так футбол не играет. Это кошмар. Конечно, да, используют моменты, хотя по владению мы превзошли, но давали бить. И сейчас я посмотрю, подождите. Вот так. Где это? Вот. Статистику, да? Воздействие сейчас. Ну, давай загружай мне. Я хочу по технико-тактическим действиям посмотреть. Вот пасы, да? Пасы. Лам, красавец.
Хумис 67%, Кастан 55%. Я говорю, в короткий пас! Леандро, ты отдавай своему, понимаешь, куда ты лупишь чужому, блин? Вот поэтому мы проиграли. А с перекулета это вообще, все, заканчивай карьеру, ты у меня больше играть не будешь, блин. Засрал весь первый тайм. Хидира тоже не будет играть, все, его время закончилось. Кросс молодец, пятерка. Единственный, кого Кроссу, можно пятерку ставить. Месси я не поставлю пятерку, даже если на 83% точных передач, потому что объем он не выполнил. Потому что за весь матч Месси делает 18 передач. Гонсало Родригес, защитник, вышел на 46-й минуте, сделал 15 передач. Это я не знаю, как это возможно. Гайя вышел, сделал 34 передачи, да, Месси за весь матч 18. Это не Месси, это чё знает кто. Месси, ужас. И тут можно кардинально писать. Конечно, я был разъярён. Так, Руни красавец. Так, я скажу, что это был ужасающий результат. Так, у Месси был плохой день, критический, я бы даже так сказал. Так, я скажу так, что Руни смог выделиться лишь на фоне нашей ужасной игры, потому что игра была действительно ужасная. Криштиану Роналду в плохом настроении. Шо у тебя? А шо у тебя смущен? Ну-ка. Руни, я друга обидел, понимаешь, сказал, что он плохо сыграл. Ну, а шо, он хорошо сыграл? Не смеши. Так, ладно, мы немножко по-другому следующий матч сыграем. Мне не понравилось, как Криштиану Роналду выглядел на своей позиции. Немножко изменим. Так, Месси, вот так вот будет действовать, да? В нападении поставим. Вот у меня есть игрок, которому придется играть, хочет он этого или нет. Но может быть Месси. Так, подожди. Я хочу характеристики посмотреть. Пас, хороший пас, да. Тут нужно, знаешь, как форвард атакующий с глубины. Может быть, вот так вот я сделаю. Нет, не подходит. Так, подожди. Нет, тут нужен другой тип этого форварда. Так, ложную. Нет, ложную. Может быть, ложную девятку, кстати, когда использовать. Так, сейчас. Да, пожалуй, что так и будет. Карлоса поставлю туда. Роналду, Месси нормально. И вот так вот, пожалуй, что поставлю. Ага. Учинч Уэлбек. А с Пеликулета. Садись. Единица с минусом за матч. Так плохо у меня еще никто никогда не играл, как Аспеликулета. Так что сиди. Вот. И так. Дебюши. Лам. Не, ну к Ламу претензий по игре нету. Вот Кастану есть претензии, так что Родригес будет играть. Мне Кастан совершенно не понравился. То, как он играл, это ужас. Я вообще не понимаю, что Руни ответил на слова Бубнова. Я считаю, говорит, что мне плевать, говорит, что обо мне говорят, да у самого бомбануло, понимаешь, то, что ужас. Да, так что. Так что это ужас какой-то. Так, команда недели тут. Агуэра и Руни в атаке. Лучшая связка нападения. И Хумилса с Гайей вдруг оказались в защите. Откуда? Хумилса вообще на пушечный выстрел нельзя подпускать в защите. Да у меня лучше нету. Не, ну там правильно, там не сколько Хумилс, там сколько Кастан, понимаешь, подводил команду. Хумилс, какие к нему претензии? Он все нормально делал. И это самое. Ну, у меня нету к нему претензий. Так, сейчас я за дубль, понимаешь, пару человек погоняю, потому что они не понимают, как надо в футбол играть. И сейчас они у меня все. Сейчас они у меня все будут за дубль гонять, потому что за основу, видимо, играть не умеют. Вот будут за дубль играть. Конечно, кому-то моя схема не нравится, говорит, Месси, говорит, выше ставь. Я говорю, ну а что, ну я поставлю его выше, и что?
Он не забивает моменты свои. Я что, дурак, что ли, совсем? Ну, я же вижу, что Месси не может исполнить. Он в следующем туре все наши матчи разделили. Я играю с Ловчем, с лидером чемпионата. Ну ты после нас сыграешь на следующий день. Да, я играю с Геничем, и мне говорят, играйте от обороны. Я говорю, какой, от какой обороны? Ну, да но... не, их надо убивать с первых минут, как я. Да, от обороны почти с ними играем. Это ужас, от обороны. От обороны это... Никому. Команда недовольна действиями Юргена Йонассона. Конечно, недовольна. Он, ассистент рассказал, что игроки недовольны тем, что вы изменили свое решение в ситуации с Олесио Черчи. Теперь они хотят поговорить с вами об этом. Ну так ты... Недовольны оказались Тео Волк, это Рейс и Квережма. Люди, которые сидят на скамейке. Ну вот, они, видишь, понимают, что ты не слишком правильно подходишь. Вот поэтому и... так себя веду. Квареджма, короче, остался недоволен, а все остальные получили ответ. С удовольствием улыбнулись мне в ответ. Ну, Квареджма же это твой обмененный игрок. Но он поэтому тут, по ходу дела, и устраивает. Сабантуй. Саботаж, ты хотел сказать. Это мой шпион в своей команде, все правильно. Да, молодец. Подсадную утку. Так. Кто-то Роналду травмировал на тренировке. На 2 месяца выбыл, да что такое? 4 крупных травмы уже. Месси сыграет против своего бывшего клуба. Так. Какие у вас отношения с Эдом Вудвардом? Я скажу, что у нас нормальные рабочие отношения. Вудвард. Какие у меня с ним отношения? У меня с ним нет отношений. Может, вы встречаетесь? Сашуля, подумай над своими там отношениями, понимаешь? Не я надо. Всех ненавижу. Ну, конечно. Вот сейчас мы в один день играем. Я бояр сотеть не буду. Я думаю, что Леха будет сотеть бояр. А смысл? Так, мы в разное время играем. А я не могу 2 матча посмотреть, я могу только один выбрать. Либо этот, либо тот. Ну, ты просто не успеешь за час, видимо, приехать на другой стадион. Поэтому я буду смотреть. Все рассчитано. Так, подожди. А может быть мне. А, или мы все равно одновременно играем, несмотря на то, что 15-18. Так, а я. А, подожди. Вот так. Да, я тоже не могу. Мы удивим наших соперников и по другой схеме начнем играть. Ну вот так вот. Ха-ха-ха. А сейчас обосрутся, понимаешь? Так. Утвердить состав. Ну, вот сейчас посмотрим, что наши соперники предпримут, потому что я другой состав сделал. Давай, так, отсутствие секса Фабригаса, мне все равно на ваших сексов. Так, Бат. Ну, Бат, у него... фамилия придется как задница. Ну что я его слушаю? Мы обязаны победить сегодня, чтобы вы знали. Вышли. Я присутствовать на матче не могу, но нажал просмотр и вот смотрю на матч Diamonds Genius. А как ты его смотришь, если я еще даже не поговорил? Ну вот, команда на поле уже. Да. А, то есть команда уже на поле, а я с кем разговариваю сейчас? С тобой, походу. А Хова так последний матч блестяще провел, да? Ну, вы помните. Вот. И ему, можно сказать, продолжай в том же духе, красавец. Да? Да. Сейчас посмотрим, от Тывиза будет пропускать, видимо. Компании Луис. У Генича, между прочим, сбалансированный состав. Ну, мы дома играем. Надо брать инициативу в свои руки, забивать голы. Так, ну куда? Дехея хороший. Главное, что не тех. Тогда бы у Месси вообще не было смысла ставить. Так, ну-ка. Ну что, ну давай прессингуй. Мусу что ли купить надо было, чтобы он прессинговал. Понимаешь? Эти яйца катают. Мусата, по-моему, нету мусы у нас. Что за качество поля пишет? Ну это... Траффорд, что вы хотели? Лучший стадион в мире. Вот так вот, Санчес. Ну Ховат, ладно, есть. Вы что, в Армавире гоняете? Атакуйте. А это Алексис Санчес, который?
Может быть, я... Кросс, ну ты что там творишь? Да, это он. А какой еще Санчес есть? Ну, мало ли какой-нибудь Санчес Пискуана, Хуан Педро Гарнтоса. Роналду, учись! О, Кондрева, блин. Кристиану Роналду, же Вэлла и Кондрева делают результат, блин. А Роналду с Месси стоят там по сторонке, видишь, и ходят на одном фланге. И думают, а, что делать, блин. Ну, правильно, в принципе, они же ж не закрывают Кондреву с Вэллой. Они думают, а это кто такие, ноунеймы, говорят, какие-то. Вот Кристиану, говорят, с Месси надо закрывать. Их и закрывают. Зато Роналду выглядит профессионалом. Ну каким ты профессионалом выглядишь? Просто Месси мотивированный, понимаешь? Какая мотивация? Он мотивирован тем, что Роналду выглядит профессионалом. Да. Говорит, он все игры за меня сделает, я ничего делать не буду. Ну 1-0 за весь тайм, два момента в разные ворота, извините, это какая-то чушь и бред. Сейчас я с ребятами поговорю, обсужу. Может быть... Ну да, хоть лам завелся. Остановите эту машину, заведите эту машину. Давай, выходи на второй тайм, надо 10-0 побеждать. Вот Кондрева пошел пенсионерским шагом. Да чемпионат райсобеса с таким шагом будешь ходить, отзыватель фланга. Можешь отдать его мне в мой райсобес, раз он тебе не нравится. Нетушки, играй с Лоланой. У меня нет Лоланы. Я играю с Лоланой. Неважно, играйте с Лоланой. Нет, я не вижу игры у Даймонсов. Ну потому что я тоже не вижу. Что ты хочешь? Думаешь, я вижу тут игру, что ли? Вот я ему говорю, ну давай немножко прессингуй. Вот он не может отнять, понимаешь? Он отнять не может мяч, просто ногу подставить. И как это, как их заставить отнимать? Вот бы команда с Роналдо и Месси. Если бы еще Ибрагимович был бы третьим, это вообще было бы интересно. Да нет, тут дело не в Роналду и Месси тут. Они ничего сделать не могут, как понять, дело не в них. Это люди, которые должны делать игру. Они ничего не делают. А что я опять ною, я не понимаю. Да, Леха, что ты ноешь? А я не знаю, что он мне все время пишет, что я ною. Ты он единственный, кто это пишет. Леха опять ноет. Теперь не единственный. Понял, да? Ладно, так, хидира. Сейчас я с ней ухожу. Они, понимаешь, я им даже когда говорю, я тебя верю, понимаешь, они говорят, в глубокой задумчивости, понимаешь, философы тоже. Ну так, естественно, Бубну пришел по-русски, говорит там, типа, я в тебя верю, а он... Чё-то людям расстановка не нравится. Так, ну да, что это вообще такое? Асимметричная расстановка. А как я играть должен с этими игроками? Это адский трэш называется расстановка. Нет, ну тут надо же... Ну вот смотри, ну это бред, вот как ты... Ну хорошо, сейчас нормально, но тут... я, конечно, могу сейчас, подожди. Можно, в принципе... Ты правильно говоришь. Сейчас такой момент в игре, когда надо мяч под контроль захватывать. Так. Вот так вот. Тут расстановка, как будто еще игрока не хватает какого-то. Вот. Знаешь, там не только расстановка, Сосуля, там не только расстановка такая, там у них вся игра такая, как будто у них вечно какого-то игрока не хватает. Просто вот эта расстановка, на которую сейчас перешел, в чем ее минус? В том, что она как раз таки уязвима против той расстановки, по которой играют наши соперники. Ой-ой-ой, Хави, что это? Хави так не бьет, никогда в жизни не бил такие удары, понимаешь, да, вот. Не, подожди, ну это... Это жесть, супер-поле практически. Ну как, ну... Я не знаю. А что мне ударить, что? Да, ужас. Я не знаю. Что делать? Хави сегодня делать. Нужно его закрыть, говорят. Слышь, ну конечно, сейчас там нужно. Первое очко тоже хорошо. Ну, у человека должно быть одно очко. Не, ну это кошмар. Ну, у меня уже три. Хорошо вы сыграли! Вы не хорошо сыграли, я недоволен. Где вы хорошо сыграли? Ха, с Геничами. Хорошо, не сыграли. Дилетантов каких-то дома выиграть не можете. Это двойка. Тихонов, Андрюша, спасибо за десятку. Ну Хави, елки-палки. 58% владения мячом было у Генисов. Ну конечно. И что самое интересное, они в гостях играли. Да, да. 81% да. Точных передач. Не, ну я сделал ставку. Я сделал ставку на не на контроль мяча в этом матче. Я не свой футбол не играл. В этом проблема, но видишь как, я сменил расстановку, на контроль уже начали играть, но не получилось.
Но сейчас я играю против лидера чемпионата. Ты забыл, что я сейчас играю. А, ну да, точно, у тебя сейчас еще игра. Ну, я буду смотреть, я могу два матча посмотреть, да, я могу. Ты тоже можешь посмотреть. Не, наверное. Не могу. Да, все могут. 3 миллиона хоть выплатили. Я снова устроил разнос игрока. Ну, а как? Ты не можешь присутствовать, но посмотришь по телеку. Да, кошмар какой-то. О, ну, пока у меня есть что обсудить. У меня все недовольные, у всех стрелочки грустные вниз. Вот. И тактику я сменил, не знаю, что сейчас будет. Ну уже ожидания, давайте нажимайте далее. 131 человек, это, по-моему, рекорд? Ну я не знаю, рекорд не рекорд, но 0-0 тут показывают меня бояры против. Но он еще не начал просто. А какой был рекорд людей на стриме? Я не знаю. Ну примерно 130 было где-то. Ну сейчас можно сказать, рекордсмены все, понимаешь? Как Орин Сашка понижает ПХЦН Бахак? Как Орин у Сашки, знаешь, много раз надо понизить ПХЦН Бахака. Так, как я Буфону забью, вот в чем вопрос. Так у них же там все были покалечены, и Буфон, и Хаб. Выздоровел? А утки, кстати, аутсайдеры, я думаю, что ты должен побеждать. Ой, Уткин, ну Уткин, если он сам ворота встанет, то ему не забьет. Но у них тоже одно очко за два матча, поэтому... Понимаешь, так, да? Понимаешь, ну мы начали, если у вас... Да, я смотрю игру. А я не могу смотреть. А я смотрю там, просмотр. Там, где матчин, там слева просмотр надо нажать. Я так смотрел на твою игру. Подожди. Там типа по телевизору можно смотреть, не присутствуя на стадионе. Просмотр, а вот. Олиорен. Интересно. Слушай. О, вы видели этот гол? Это вообще бред. Как Буфон. Что творит Буфон? Вы видели, что Буфон делал? А я пропустил момент. Сейчас повтор. Не пропускай. Хочу посмотреть. Подожди, сейчас. У меня они отключены. Сейчас поставлю повтор. Давай, поставь повтор. Потому что интересно посмотреть, что там Буфон начудил. Не показали. Ну, ты можешь у себя промотать. Ну, ладно, промотаю. Не могу. Да, а если я... Ладно, это хер с ним, погнали дальше. Сейчас я нажимаю повтор, в общем, смотрю. А вы смотрите? Нет, не смотрю. Тишина какая-то стоит. Логично. Давай дальше опускай. Косяк Буфона мы не увидим. Ну, это просто выпустил из рук. И сказал, типа, скатил Лорен, так бей, стой, Лорен, сбивай. Брюни. Вот так вот, вампирс. Да. Ну, его прямо в руки. Он же знал, что мяч туда попадет. Вот видишь, у Сашули забивает таранный форвард. Ты тоже таранного ставь. Вученича, Уэлбека и Бакка. Да это все своего Уэлбека пытается. Кто из них таранный? Уэлбек вообще ничего не делает. Не, ну, может быть, Вученич только таранный более-менее, да? Вученич не таранный ни хера. Что вы говорите? Вученич это человек. Игрок касания штрафной наподобие Гуаина. Какой он таранный? Но он более таранный, чем Уэлбек. Ну, если смотреть по комплексу, конечно, да, он более таранный, чем Уэлбек, но если брать именно тарана... Ой-ой-ой, вампирсы. Вот таранный, потому что вампирсы. Вот это вот таран. Оттаранил сейчас просто. В стиле. Слышь, ты проигрываешь аутсайдером. 1-1, ты что? Ну, ты проиграешь, я это чувствую. Я не проиграю. Ну, я вижу, поиграю. Ну, Сашуля опять без фланга поиграет. У уток 21% точности передачи, а у тебя 70 с копейками, поэтому ты проиграешь. Ну, у нас нету Бейла, какие фланги? Ну, Бейла забудь уже. Хочешь, поменяй его мне? Хочешь? Зачем тебе травмированный Бейл? А, ну ты хочешь? Ну, я все равно не смогу, даже если захочу. Что это вообще? Оборона, еще над моей обороной смеялись. Кто? У меня все нормально, не надо. У меня кошельный, там и в атаке, и в обороне. Да, у тебя-то кошельный, вот у Сашули там, знаешь, ни одного нет, по-моему, защитника, он как стойки всех оббегал. Хотя написано там на трибуне «Боярс», понимаешь? Ну да. Боярс. Бояре, понимаешь, да. Я бы, кстати, за Уток поиграл, у них Де Брюни, Эриксон. Да я бы за всех проиграл, у меня самая слабая команда. Мюллер, Ван Персен, ну это вообще жестко, кстати, на самом деле команда. В общем, Бельяраби вышел. Бельяраби, у тебя красные карточки получает. И Бояр опять на схему похоронную перешел. Все это положение. Но она приносила результат. Когда? В предсезонке всех обыграла. Это предсезонка, там никто всерьез не играет, чтоб ты знал. Я играл всерьез, а сейчас ну уже вот, разминаюсь. Да, сейчас дудки. Но Бояр владение мячом завладели.
А, нет, обратно отдали. Вообще нет моментов. Я чувствую, что так игра и закончится. 2-1. Посмотрим, как у Лёхи там с чуйкой. Сейчас после перерыва тренеры могут коррективы внести. Понимаешь? Ну, я думаю, что утки ничего носить не будут. А вот... У нас все тоже хорошо. Мы уже поменяли тактику. Льоренте по ногам получил. Все, буду играть этой тактикой, но... С другими игроками, видимо. Пирло все убили. Вы просто ужасно распоряжались мячом. Так, почему? Все хорошо? Ужасно, ужасно. Все хорошо, 60-я минута, ни одного момента. У них тоже. Но они-то играют в гостях, я не введу 2-1. Они в оборону ушли и все, и сидят радостные, чай пьют. А ты моменты... Так они еще удары наносят между тем. У них 15 ударов. Они, то есть, атакуют утки. Нет, тебе надо что-то менять. Явно, уже 70-я минута почти, а ты все... Даже до ворот дойти не можешь. Лалана выглядит разочарованно. Может, в этом дело? Он эту схему, кстати, которая вот у него стоит, он у меня подсмотрел. Я такой схемы пробовал сыграть один матч. Да, и, видимо, так попробовал плохо, что он решил. Я тоже хочу так проиграть. Нет, я выиграл тогда. Я не смотрел твою схему. Да ладно! Матич, до свидания. До свидания. Да я только поменял одного игрока. Ну, поменяешь другого. Сейчас еще хуже схему сделал, Баяна. Ну ты как, в центре поля у тебя два игрока в одну линию стоят. Как это, как можно играть? Ну а он как бы один опорник, а другой более выдвинутый. Ну так их надо немножко развести, понимаешь? Так это какая разница, они все равно в процессе игры там по разные стороны бегают. Они не стоят же прямо друг за другом, как показано на схеме. Смотри, да. Лавриента выглядит взбешенным уже. Опорник вообще не должен никуда выбегать, пусть в опорке. Сорна на вес, так, ну ты вот, здорово. Вот, Белераби, видишь, сказал, великий тренер сработал, понимаешь? Это его, как сказать, тренерское чутье не подвело, понимаешь, сравнял. Значит, еще Лопес должен забить и Крамер. Ну сейчас как бы Батштубер тебе свои ворота не забил. Нет, смотри, он что-то изменил там в тактиках, и что-то пошло у него прям сразу. Лабиента, ворота в другой стороне. Сейчас, чувствую, еще забьет голец. Лакассет сейчас чуть не убежал. Ты уже столько сегодня чувствовал. Да, я чувствую каждый раз, когда... Он уже счет чувствовал, то, что будет 2-1. Я чувствую каждый раз, когда меняется, поменяли тактику, я сразу чувствую другой счет. Меняется тактика, и сразу другой счет. Вот и все. Тактический экстрасенс, Лёха. Можно записывать на битву тактических экстрасенсов. Ну что-то пока у Лёхи не работает. Мюллер... Нет, Нойер обычно так в очко пропускал, а тут решил от Мюллера отбить. Стыдно смотреть, они же в одной команде долго играли. Вот, о, пожалуйста, гол. Ужас. Лёха, что не почувствовал, да, за секунду. Да, вот, пожалуйста, гол. Где гол? Нет гола. Не, Лёха, говорит, вот, пожалуйста, говорит, гол. Ну так гол сейчас будет, смотри, вон Лёрет, а даст пас направо. Давай, вот так вот. Да он не направо, он прямо выкатил, случайно там судна добежал. Прострел от сырна и гол. Да какой, Лёха, все, завязывай с этим. У тебя не получается прогнозировать. Это все нормально, это так задумано было, это гол. Ну да, но да. Сейчас дожди, а так еще и идет, она не закончилась. Чего сейчас ты? Если забьем кто-то в конце, Леха скажет, я же говорил, скажет, гол будет. А вот если 2-2 закончится, Леха полный дилетант. Кстати, это какого выгода, что они 2-2 сыграют. Одно очко, я как раз сейчас ловчего натяну на ловчую. Натянешь, ну посмотрим. Хорош. Песы выглядит агрессивного, а как травмировали, сразу успокоился. Видимо, его кто-то успокаивал таким образом. Ну ладно, Робин. Нормально. Ну что, если будет 2-2 сейчас, Лёха. Он же еще натягивать там собирался. Посмотрим, кого он там натянет. Ловчих атака, это плохо. Вот так. Лёхина чутьё сегодня в побойке. Ох ты ж, блин. Будет, говорит, гол. Где он будет гол? Бэйнс. Ну-ка, подожди. Все, свистится, судья. Хотя нет, давай еще нашу атаку. Нет, все, посвистится. Вот так, Леха, ну что, где там гол? Ну ладно. Почувствовал, да, гол? Скажи, а это я из своего матча скажу. Давайте, сейчас мой матчик уже сейчас будет. Я почти готов уничтожать. Ну давай, уничтожите. Против лидера чемпионата. У нас, кстати, два лидера, Дудя и Кэчерс. Они оба по два выигрыша имеют. Ну вот от обоих отхватил, так честно. Ну так от Дуди я уже отхватил. Ну вот. Дуди, кстати, когда, смотри, победили санитара. Вот так вот. А я опять разнос устраиваю. Думаю, это неадекват. Буба, как возле каждого батча, устраивает разносы. Но я не просто так это делаю, чтобы вы знали.
Лёха, какой завтра будет курс евро? Да. Господи. Так, ну чё, 47? Хорошо бы. Ну давай, пускай. Сколько сейчас? 70? И резко 47 завтра. Ну да, и скажет, что Лёха спрогнозировал, там скакнут какие-нибудь бобы в Индонезии. Ну и всё. Кассилья вдохновляет санитара. И как он их вдохновляет, я не знаю. Так, давайте, мы что-то давно не сохранялись, а то сейчас что-нибудь вылетит у кого-нибудь. Да, сейчас Лёха там подкрутил опять что-нибудь, укача, собрал игроков. Широкого в центре явно не хватает. Ну, извините, Широков не дорос до этого чемпионата. Почему Дудь есть, а Картавого Ника нету? А кто такой Картавый Ник, пацаны, с Дудем? Все, я готов. Че вы ждете? Я нажал! Так, 134 человека у нас смотрят. Нажимай. Равноценные команды, ничья, говорит. Ну, это тот же Леха прогнозист. Так, ну че, давай, погнали. Джерард, не спать. Хорош. Неймар Ибрагимович, да? Но сейчас нет, вот он разгром Лёхи. Жалко, что Акинфеева не ставит. Причём по схеме. У них конкурент такой, так себе, у Акинфеева. Какой-то... Иньяма. Негр. Сейчас, Лёха, покалечь Иньяму. Игоря надо вывести в основу. Я никого калечить не буду. Всё, пенальти. Кого, слышь, ты, на место верни. Вот так вот, понял, да? Это не считается. Это считается, блин. Это не считается. Я с ними тоже намучился, понимаешь? Херня какая-то была там. Да это бред. Всё бомбануло, да? Это только начало, Лёха, Лёха. Это бред. Это Ловчев, он в отличие от тебя футбол играл. Пятку пидораса, блядь, болит. Да. Вот посмотри, куда прыгнул твой голкипер. Ларис, оп! Это как надо упасть, блин, даже пьяный Досай так не падал, блин. И Досай в чате появился. Почему нет лучшего вратаря в мире, то есть меня? Ну потому что вот сейчас был исполнение просто досаевское. Ну, давай второй пенальти, конечно. Мне там повезло сейчас, что не забил Ибрагимович. Короче, Ловчев что-то вообще зажрался. Надо выносить всю его команду. Такое ощущение, что он без единого поражения выиграет чемпионат. Ну, он, знаешь, ему везет. Он так... У команды просто адский гениев. Да не сколько гениев, сколько... Тимарин, у него нет проблем с травмами, понимаешь? У нас и Роналду выбывал, там и Месси, и Хумельс, и кто угодно. У него все в хорошей форме, они подошли к началу чемпионата. Видишь, вот, как они... Оп, вот. Но это повезло. Сейчас Неймар простил, понимаешь, простил Леху. Ну-ка, Леха чем ответит? Вот. Неймар уже вчера попил. Вот, хорошо, ну забить надо было. Леха, Леха, Леха. Да я че это, вон мои игроки не могут толкать. Давай, Леха, надо побеждать. Мусачев сыграл жестко, кого-то там сломал. Иваныч, ну-ка, насри. Что этот Мусачев вообще забил, Джерард, забил в основе? Ну, Агуэра, ну ты умеешь ногами летить немножко? Нет, он не умеет, он в Терри воткнулся. Самого быстрого защитника мира. Ибрагимович. Да, защитник у них, блин. Ну смотри, у тебя никто даже не отнимает у Ибрагимовича. Отнимает, все нормально. А где отнимает? Он даже не прессингует. Сейчас. Муса, где? Муса, так, жесткий. Все, я Ибрагимовича сейчас буду ломать нахер. Иньяму ломай. Да Иньяма мне нахер не нужен, без разницы, кто там. Так, ладно, нормально. Ну, то есть прошел, отдал, ох, вот выдрочил, выдрочил. Ну, у Лёхи обычно все матчи такие под 1-0, там, вот так. И снова Ларис выдрочил. Стоит с мячом так, как будто не знает, что с ним делать. Давай, Мусачо. Насри. Джерард. Давай, Мусачо, насри. Ну что? Джерард, я обвиняю Джерарда, он мне не нравится в этом матче. Да я тебе больше скажу, он уже даже в МЛС, наверное, никому не нравится. В МЛС он забивает больше, чем Месси Чеху. Больше, чем Месси в МЛС. Эй, Леорис, ты что творишь? Вот, говорит, там, говорит, Силва открывается. Я, говорит, ему пас отдал. Хорош, кошельный. Да что ты, кошельни? Мы в белой форме играем. Вот так, офсайд. Ну, удар-то был мощный. Это Ибрагимович, чё? Ща, ладно. Вот у Лёхи один удар в створ. Как и у меня когда-то было. Но я гол туда забил. У меня был второй удар в створ. А все говорили, вот, непрофессионал. Я-то играю против лидера чемпионата, а ты против аутсайдера играл. Чувствуешь разницу? Ну, я-то в гостях играл, ты дома.
Ну и что, это лидер чемпионата, он вообще без поражения будет идти, такое ощущение. Вот правильно, ломай нахер его. Ну смотри. Сейчас, я короче знаю, что надо сделать. Всем жесткий отбор поставишь? Не, зачем, я сейчас поменяю немного. Леха сейчас тактику будет крутить, смотрите, у него чуйка там не обманывает. Почему ты поставил Джерарда на лайнер? Здесь наоборот. Чуйка работает, все правильно ты сказал. Я почуял этот момент, и вот все, сейчас я уже на 32-й минуте все три замены использовал. Да, сейчас... гений, посмотрите, коноплянка вышел, все, это его лучший игрок подсезонки, который хотел сплавить Леху из команды. И ты веришь, что ни одной травмы не будет? Сейчас Льюрис бы травмировался хорошо. А что толку, даже если он травмируется, я все равно никого не выпущу. Руни поставишь на ворот? Нет, Руни будет, сейчас голы забивать. Ну посмотрим. Да кому ты пасуешь? Сейчас смотри, что будет. Леха, кошмар. Неймар сейчас закатит. О. А хорошо, что не дали. Что все пыряется, блин. Леха негодует. Руни да. Упал, все. Вот так вот. Нет, они как-то отнимают мяч. У меня такого не было. Я когда против Лехи играл, соседи просто сквозь него проходят и все. Хотя там Хумельц. Так, 134 вот человека смотрят, а никто не донатит. Ну, видишь, как, не нравится, видимо, уровень, который показывает Леха. Поддерживайте стрим, вот там внизу донат, PayPal, да. Давайте уже хоть удар-то еще по воротам-то надо нанести ради приличия. Ибрахимович, ну-ка. Но справедливости ради, можно сказать, что гол-то не с игры был забит, а пенальти. Если да знаешь, с игры там тебе Ибрахимович за штуки ты. Я и 0-0 бы сыграл, мне было бы хорошо. Ну давай, 0-0, хорошо. Волка, забил. Блин, что это? Еще хлопает, смотри, хлопает, говорит, я, говорит, красавец. Это ужас какой-то. Волкот. Сандро. Так, что вы евреев-то постите? Давайте, донатьте. О, вот хорош, Мусачо, ломай всех. Убивай. Вот так, Ибрагимович. Ну Ибрагимович же плохо сегодня играет, 7-1 ему ставят, но я бы поставил ему двойку, потому что он моменты будет. Руни. О, Руни. Да что да. Ты, я где-то видел уже это. Где? Вот в прошлом чемпионате, это комбинация. Да. Только у меня голы после нее приходили. А вот сейчас будет. Что сейчас будет? Ну-ка, Леха, чуйку свою напрягай. Угловой. Да, с углового забьешь голы, сейчас скажи. Нет, я почувствовал, что будет просто угловой, этого что, недостаточно? Нет, надо голы забьешь, чтобы побеждать, а не угловые. Вот. Ну куда вот это паз? Это ужас какой-то. Надо что-то менять срочно. Я сейчас игроков тоже пометял, Леха. А почему здесь игроков? Я тактику буду менять. Ну да, сейчас еще больше обосрется. Не-не-не, сейчас что-нибудь придумаем. Так, уровень футбола низкий. Агуэра совсем не виден, что-то. Уилшеру не нравится, что дядя Саша без настоящего форварда играет. Ну вот Месси тебе что, не форвард, что ли? Ну, говорят, Криро лучше ставить. Я в следующем матче преподнесу соперникам тактический сюрприз. Так что пусть буду готовы. Единственное, что я вот отмечаю, да то, что у меня плеймейкера нету. Это плохо. Хочешь Лалана? Лалана, да. Было бы слишком хорошо. Давай! Один плеймейкер на весь чемпионат Лалана. Не дам. Я еще не готов. Я тут настраиваю. Так настраивай быстрее. Хороший тренер подходит сюда с умом к тактике. Ну давай, тактик великий. Ди Мария на Ибрагимовича. Он скинет сейчас, посмотри, нагьется. А это неправильно. Так вот нельзя так играть. Повезло. Диего Година выпустил. Что он там? Он, смотри, он схему сменил. Он в контроль мяча сейчас играет. Леха, осторожнее. Схему сменил, смотри. Что за проходы? Что вот это так, такое? Повезло головой. Ну то есть у тебя Леорис телепатию применил. Ну вот так. Пипе. На Сандро. Ну куда ты даешь? Терри. Лонса. Вообще, вот правильно, Лэмпард, хоть что-то полезное сделал за сегодня. Вот, вперед! Волкот быстрый, должен убежать. Вот так. Что это за прострел? Ну он быстрый, только ничего больше. Лёня Слуцкий задонатил десятку, красавец. Возьмите меня в свой штаб, хочу быть вашим подаваном. Ну, если бы я мог.
Если бы я мог, Лёня. Молодец, что признался. Демария. Ну так, оп. Хорош. Расширенный тебя тащит. Кажется, а это офсайд. Не, подожди, ну это пятерка, однозначно. Красавец. Почему у меня Агуэра не играет совсем? Ни Руни, ни Агуэра. Вот Дима 243, красавец, 50 рублей. Это пятерка сразу. Гётце. Ну, Лярис просто долочен сегодня настоящий. Просто выдрачивает все до швей. Что это за почему? Пипец, красная! Это красная, да. Все, Леха, Леха, вас перестраивайся в атаку. Пипец в своем стиле. В атаку, Леха, надо сейчас. У тебя все сбешенные почему-то нападение, группа атаки. Ты немножко скажи, что ребята, успокойся, Женя. Да пора Тотти выпускать, мне кажется. Ну тут и. Нет, ну, нет, вы уже этих. Я просто по статистике посмотрел. По ударам 1-10. Что тут? Не, подожди, ну это пятерка однозначно. Красавец. Так. Ярни, пятерка. Вместе Кристину на фланге. Я так и хотел сделать. Хорош, давай забивай! Твою ж дивизию, Иван, ты то пасуй. Терри умер! Да ёпта. Там Терри умер. Все, это последний мой шанс. А сейчас, кстати, Леха еще выиграет, понимаешь? Он весь матч проиграл. Ты поставил всех в атаку, или как, нет? Не, ну тут... Ты рискуй всех в атаку, прям, дави. Коноплянка вообще не играет, отвратительный игрок. В фрешах, красавец. 51 рубль, больше, чем даже Генич. Волкот, не играет вот ни только хера. Стоило сказать про донаты, так посыпались. Ну, конечно, это правильно. Вот он, Волкот, быстрый, быстрый, солнце. Ну что? Да? Еще удар, надо было слет убить. Шакалы. Да, ну, Леха, давай, 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 надо. Да я и так уже давлю со всех давилок, как бы сейчас не пропустить третий. Смотри, Лэмпорт пошел, пенсионер, пенсионер, ну куда, пенсионер, он заслужил, а Терри тоже пенсионер, ему можно. Вот он. Пас! Ну, коноплянка! Ну что ты делаешь? Всё, коноплянка. Давай, Лёха, давить, давить. Мы за тебя все болеем. Вот так! Лэмпа, просто пенсионер! Этим обидно ловчего, понимаешь, Серафимович. Весь матч вёл, понимаешь, по ударам 19-1, понимаешь, да? А тут Лёха раз, пипе его подвёл, и прям стерехали. Не зря я выпустил Лэмпорда вместо Джерарда в начале матча. Ну да, Джерард. Джерард только падать умеет, и команду чемпионства лишь. Давай, повторно так же. Еще. Да что ты будешь делать? Что это? Как он затылком такие пасы выдает? Научи-ка, а? Я в свое время так не мог. Мусашева, ну-ка. Ну, правильно. Иваныч. Хорош. Волкот. Ну все, подавай. Что это за подача? На кого? Ну там нормально, там зацепись. Коноплянка! Вот так добить! Да, не убивает, что делает? Ну нормально, у этих пожар, у Серафимовича, он в трудной ситуации он не может принимать решение. Только я его всегда выручал, так, он же на краю защиты играл все время. Как у него что-то не поплывет, все сразу проваливается. Давай, Иваныч, вперед. Да, Иваныч, Лэмпорт, пенсионеры Челси против... Иваныч, давай! Волков, понимаешь? Вот так! Ну там нет. Что там вообще некому играть головой? Подайте мне кого-нибудь быстренько на 5 минут. Так у тебя есть там мастера. Кто? Рунит, что ли, с Агуэра головастая? Конечно, Агуэра думает головой, он не играет. Сандро сейчас он пройдет и забьет. Красавец. Так, кто там еще красавец? Дима 240, ты вообще двойной красавец. 51 рубль. Да что это, слышь? Назад мяч отняли. Быстро. Вот так, Ларис выдачу. Нет, ты сегодня Ларису памятник должен ставить, потому что он... Есть... Минуты, а что так мало, слышь, судья красная была, надо 5 давать. Да, конечно, правило у Лёхи. Если была красная, надо 5 давать. Ну там пока разбирались, время. Так он сразу ушел, блин! А что, замена еще 3 штуки было. Замена была в первом тайме. А тебе пофиг. Все, Лёха, не оправдывайся, нытик. Сандру. Победный. Вот так сейчас Ибрагимович какой-нибудь закатит. Ну, Лёха, шо у тебя не отдал? А я тут знаю, что они у меня. Лэмпот отбивает. Да хорош, ну бейте уже. Вот так! Что? Осай, повезло, Лёха, выдыхай! Повезло! Скачило черное. Лёха, да, ФК отскок у тебя, не факерс. Так что, чтоб ты знал. Не отскок, это тренерское мастерство. Не, подожди, ну это пятёрка однозначно, красавец. И Фрешак решил не отставать от Димы. И тоже красавец, еще раз, 49. Ну это фактически, да, все идут на пятерку. Златан. 8,3.
142 человека, нормально, рекордики. На рекорд идем, правильно. Это. Подождите. Кто не нажал? Я нажал. Все. Вот так. Факер спасается в концовке. Мауриньо считает, что судья принял ошибочное решение. Вот это правильно Мауриньо говорит. Вот это правильно. Да, каточка, говорит, спорная. Нет, пенальти надо было. Нет, он про каточку ПП говорит, что это да было. Да пофиг, какой-то про пенальти он должен говорить. Не говорит, там судья был императором. Написано, что судью зовут император. Так. Ну я предлагаю еще один тур сыграть. Вот 5 октября. Да, так мы и сделаем. И... А потом я пойду к себе на смену. Сейчас, подожди. Мы... Атакующий полузащитник. Да не диспетчер! Вот так. Так, Роналду инсайд. Все в ожидании FM16. Ну вот, нужно как раз донатить, чтобы сразу FM появился с первых дней. Ну, можно Рому Еременко, лучшего игрока, попробовать. Как плеймейкера, потому что я это самое, всегда считал, что он потенциальный плеймейкер. И на Вэллу в нападении тоже. Я сейчас такую схему. Да не Еременко! Не Еременко. Мы что? Вэллу, как нажать на него? Вот. Так, или вот так вот даже, вот. Сейчас мы такое тут наделаем, натворим, блин. Что все от страха отписываются, потому что наконец-то моя команда должна из пепла воспрять. Нобель, 5 рублей. Решил мне поставить тактику, понимаешь, тактику, говорит, нужно, говорит, этот. Я говорю, какой, говорю, вот сейчас у меня все заиграет, заработает, увидите в следующем туре. Проматывайте быстрее. Проматывайте. Ну давай, быстрее грузи, чтоб ты знал. Так, опять тут у нас Лига Чемпионов не настоящая. Давайте ее быстрее. Так, Рамос. Лэмпард, кстати, стал лучшим. Вошел, точнее, в эту команду неделю. И Рамос тоже. И Гайя. Ну, я про своих игроков говорю. Че у меня Рамос? Прошак с Буби на FM. Спасибо. 50 рублей. Очень важно сейчас. Как раз таки новый FM. Вот так. Уэлбек, Карлос Вэлла. Ну, давай, Вэлла, ты готов играть 45 минут. Потом Хидира 60. Так, кто у меня еще основной? Основных больше нету. Ну, вот Серега готов играть, потому что он все равно не будет за основу играть. Я с санитарами Черданцева играть буду. Ну да. Фейковая Лига Чемпионов. Адыга Паласио, наплевать. Так, дальше. Дальше мотаем. Вася сказал, что если не выиграет, то повреется на усы. Ну да, посмотрим, как он выиграет. Жора, я бы на том месте больше за ипотеку беспокоился. Не, подожди, ну это пятерка однозначно. Ну теперь на Матч ТВ. Армавир! Горы золота. Скинул 52 рубля и готов. И я признаю, что я дилетант. Ну красавец. Так. Гол месяца забил так. Хави. Хави мне забил, да, я понял. Мы обыграли Наполи. Отлично, все хорошее. Настроение должно быть. Отлично, это сам. Хоть я специально, говорит, сливаю. Ну это плохая тактика оказалась. Теперь будем побеждать. Без форварда, говорит, ничего не заработает. Гол месяца, блин, не успел посмотреть. Сейчас скажу, что у нас там за гол месяца. Это Хави мне забил гол месяца. Да? Да. Хави, Фалькао и Антонио Кондрево, кстати говоря. А Кондрево ты что забил? Интересно, что я не помню. Ты что, забыл, он, что ли? Он косяк забил. А, точно. Так, Тим Ховард. Вывести из состава. Ты что, я своего вратаря единственного не дам. В сборную. Так. Ну что у нас тут? Факерс еще играет. Пропускаем.
Неинтересно. Пока чатик почитаю, что надо. Да, Шуля, давай верим. Конечно, верим. Ну что, Сашуля, верим, нет? Лёха. Сашуля, подожди, мне надо в отпуск уйти. Только уходи, ёлки. Ну я да, не могу, это за одним кликом, на этим кликом уйти, одним. Вот ушел же. Ну, не одним кликом я ушел. Катчас, ловчас, смотрите, кормить всех просто. А Лёха по нулям гоняет, да. Так, обновленный отчет по Англии. Это неинтересно. Давай дальше. Мутко вотчью. Да, no criminality у нас, нечего соответить. No problem. Ховард выведен из сборной. Ну я же его вывел из сборной, я говорю, не надо. Так. Он поэтому и пропускает, до хера говорит. Вот скотина у меня. По режиму не вызвали. Все потому что. Мауриньо предупрежден федерацией. Да, у него там бомбануло. Правильно, потому что я всех купил. Так он теперь и ПП пытается выжать из клуба. За то, что тот красный получил, что ли? Вот настоящий манчестерское дерби. Какое манчестерское дерби? Это Diamonds против Санитаров. Расскажите Досаю, еще будет стрим после FM или не будет? А то я не. Ну у нас FM еще долго, я думаю, будет. Ну не знаю. Я сейчас. Сейчас. Ну, сейчас это последний тур, потом посмотрим. Так. Потом я ухожу и делайте, что хотите. У меня просто там есть еще кое-что, что мне надо сделать, не по стриму. Так. Я скажу так, я наслаждаюсь подобными вещами, да. Так, дальше. Груз ответственности. Так, Пеллегрини. Так, хорошо. Это особенный матч для нас. Железная дисциплина. Так, я не буду обсуждать тактику. Кто из игроков санитаров слабое звено? Я говорю, у них нету слабых звеньев. Что я? Так, подожди. Луис Энрике уверен в превосходстве над возрастной командой Факерс. Это, говорят, пенсионеры, говорят, эти. У Лехи-то там кто? Чемпион Трайсабеса. Мирослав Клозе, говорит, у меня слабое звено в команде. Я скажу, я посмеялся. Так. Так, а мне сказали, что Пирло слабое звено. Так правильно, они там самых стариков выбирают. Утки против Дудей, сейчас посмотрим. Подожди, ну это пятерка однозначно. Утки, дудки. Люберецкая братва десятку скинула, пацаны, красавцы. Ой-ой-ой-ой-ой, утки. Выиграют у Дудей. У Дудей выиграли, да, Бейнс, Ван Перси. Ну так вот, утки. А вот вам и аутсайдера. Так, смотрите на эту... На таблице мы последние три места занимаем. Красавцы. Но я лучший. У тебя ноль, просто ноль этих. Лучший это только Игорь. Ну, давайте дальше остался. Вау, у нас у всех троих одновременно матч. Да, так что не посмотрим. Нормально, быстренько. Сыграем и все. Игрок вызвал сборную. У меня Кварежму в Испанию, в Португалию вызвали. У меня Месси так, вызвали. Я против Ловчего, вы должны за меня болеть, я думаю. Я думаю, ты проиграешь. Так. Вот так ты за меня болеешь, значит, да? Кто у меня в хорошей форме из нападающих? Так, может быть, Баку? Ну давай, хорошо, уговорили. Уговорили, Вэллу сюда, Баку сюда. И... Месси, Роналду по флангам. Вот такая расстановка должна приносить успех. Вот, я надеюсь, что мы должны побеждать в этом матче. Должны уже точно выиграть. У меня ожидания. У меня тоже ожидания. Фрешакс 1488 донатит. Значит, мы должны. Санитаров мы выносим. Так, ладно, поехали, ребята. Это же опасный состав у них, и мы в гостях, это прям, ой, не знаю. Ой, я замену прям на первой минуте сделаю. Ну, сразу видно, великий тренер. Умеет статовый состав выбирать. Нормально все. Да, так, нас... а я играю против гениев, да, значит? Напиши Амкар говно. Так, мы уже пропустили, вот так вот.
информация о матче. Так, а где у меня турнирная таблица? Неймар с штрафного забил. Турнирная таблица Гениес на третьем месяце, кстати, идут. Вот я играю против... Ой-ой-ой, Руни опасно пробил. Вот Неймар уже забил Бояру. Ну, мы вообще не умеем в гостях играть, вообще ничего не получается. А вот травма Ибрагимовича, вот, умеем только травмировать. Густаво, пятка, Левандовский, Ховард, красавец. Куда выносишь? Ну куда? Ну надо вы... А, подождите, я же забыл. Выход из обороны через пас. Вот в чем была проблема-то. Сейчас они через пас будут у меня выходить. Я не знаю, кто через какой пас у тебя выходит, но у меня Агуэра открывает счет. Да, мне тоже написали уже, что Агуэра открывает. А сейчас у меня через... Ну куда ты? Я на вторую строчку переместился после этого гола. Ну красавец, что я могу сказать? Ну... Если б я еще выиграл у этих Ловчева... Ну, Ловчева невозможно выиграть. Ты Ловчева сейчас там натянет, как этого, как конфетку. Они что-то в защиту отошли. Да. Без Пепес трудно играть. Ну-ка, Бака, покажи, что ты можешь. Месси. Ну что это за удар? Месси, он штрафной входит, и штрафной бьет. А подожди, может быть, входить в штрафную с мячом, вот так. Ой, Насри сейчас поднасрал мне. Бускетс совершил много ошибок. Что, на 5 метров не можешь откатить мяч? Можешь же, все нормально. Кросс, Гайя. Ну, пасуй. Ну трон. Вот, Рамос пенальти заработал. Да как вы это делаете? Костяну! Ну что за... Ловчев автобус поставил. А мне гол сейчас, забили. Сейчас после штрафного. Забили. Так там не Ловчев, там Мауриньо тренирует. Ловчев там спортивный директор. Бенатия забил. Да. Тут... Алонсо мне забил с пенальти. Вот пенальти штрафной, но с игры-то будете забивать, нет? То есть не мне, а я. Так, давайте, пацаны, соберитесь. Ко многим у меня есть вопросы. Да. Так, подожди. Начинаем второй тайм. Ну, эти звезды так называемые, да? Так называемые. Вообще не играют на звезды. Я проигрываю 2-1. Тевис травмой. Я проигрываю 3-0. Знаете, кто в атаке у Ловчева играет? Ди Мария. Наготома. Ну а что, Наготома? А мне за сайт забили, но судья почему-то не засчитал. Юка или как там его? Японский защитник в атаке у них играет. Он охренеть. Не защитник, он полузащитник, он может свободно и в атаке играть. Леха, специалист по... Вот ушел, ну, вот Бака играет на поле. Он не может центр форварда играть. Ну центр форварда может... Ой-ой-ой, Руни, ну так надо уметь забивать. Руни офсайд, блин, позорная судья. Еременко выходит в центр поля. Так. Лавеси вместо кого. А, ну давай-ка мы все-таки Велу поставим сюда. А, вместо Баки. Так, кто все, может. Я не буду говорить, какой счет. Ох, такой плохой. Ну что, Лавеси поставим. А что говорить-то, мы и так видим. Вот так вот придется. Месси сделать распасовщика, потому что ну нет, у игры команда не создает моменты. Давай. Еременко там зацепили. Ну каточку он не дает соперникам нашим. Диего Коста. Так, подожди, у них перестановки. Надо реагировать. Так, Нигикс. Ники Бат у нас тут. О боже мой, что творит Стерлинг? Что он творит? Он просто прошел всех и забил гол. Как такое возможно? Ну видишь, вот бывает. Тут. Так, говорит, кого-то заменить надо. Месси покалечили! Ну елки-палки. Вот так вот. Так, Кондрева. Ну, Кондрева, выходи. Что делать? Может быть, без Месси Роналду раскроется? Потому что вдвоем они совершенно не могут себя найти. И может быть, это действительно проблема именно такого характера, что Месси не может играть без Роналду, а Роналду без Месси. Вот Лавесси, пожалуйста, забивает тут же, как Месси уходит с поля. Что происходит? Я понятия не имею. Может быть, не стоит ставить Месси и Роналду одновременно. Может быть, они друг на друга как-то негативно влияют. Но как только ушел Месси, тут же мы забиваем. Парадокс какой-то. Может быть, я не знаю, там у них химия нарушена, физика, я даже понятия не имею, да, в чем причина того, что они вместе не играют. Ну, поломали же!
ох, там Бояра творит. Что-то разница мячей у нас плохая будет после этого матча. Да, ну Кавелла вперед, тогда Кондрева, Криштиану, пенальти. Ну, в Испании за такой сразу дают пенальти. Ладно. Так. Игроки заслуживают похвалы за эту блестящую победу. Я скажу так, что я очень важно сфокусироваться на следующем матче и не расслабляться, потому что уровень игры был смешной. Вот. Так, Месси отвратительный игрок. Роналду тоже ничего, ни черта не показывают. Да. Так. Бояра. Вот то есть слов, чем так играть. Это ужас. Ну, сейчас мы... Так, я же смогу какой-нибудь из матчей посмотреть, наверное. Но там, я думаю, Леху интереснее будет посмотреть, потому что у Бояра это все слишком печально. Да. А сейчас мы Леху будем смотреть. Так. Жора пойдет пельмешек варить, конечно. Что Жоре-то, что еще остается? Ну, какой Кавани? Дайте мне такого нападающего. Кавани. Лёха, что ты там творишь? Настраиваю. Что ты там настраиваешь? Ну, пытаюсь вырвать очко. Да, знаешь, вырыватель очков сейчас гений тебе завалит. Да уже завалил, куда уж. Еще. Ларис что, не выдрачивает? Меня вырвали уже несколько очков. Неужели Ларис не выдрачивает? Нет, не выдрачивает. Модрич, коноплянка. Ну-ка, пошел. Женька, на Руни. О, коноплянка! Вот, посмотри, Волкот, кошмар, вот там убили! Вот так, пустые ворота, да Россия не попал. Так он защитник вот попал. Так. Да хе, хороший голкипер. Так голкипер ни при чем, игроки плохо играют. Ну да, соглашусь. Надо поменять роль. Но Стырлинг выпрыгнул, ты говоришь, так, стоп, пацаны, подождите. Роль надо поменять. Он говорит, ну окей, завис в воздухе. Ну Стерлинг, смотри, что вообще творит. Возит просто всю мою оборону как хочет. А вот Хави сейчас тебе еще пушечным ударом зарядит, будешь знать. У меня есть на это дело свое оружие. Какое? Ну Лэмпард, который тогда так же почти забил. Ой-ой-ой! Да. Ой, ну видишь, Дехея там оказался. Это мертвый вратарь. А Ларис? Ну Ларис выдрачивает, ой, 5-0 проигрывает уже. Бояра. Давай. Вот так, коноплянка! Сравнял, Женя! Почти как Ибрагимович. Это Ибраклянка. Ибраклянка. Или Конобрагимович. Это тоже вариант. Так, я переместился на последнее место. Тевис разыгрывал мяч, и тогда бы получил. Тевис, он, кстати, уже с травмой с начала матча бегает. А у него руки забинтованные. Запястья. 3-3. Вот это ну да. Что это, Ларис? Ларис. Не выдрачивает. Сейчас еще... Андрей Сергеевич угловой если закрутит. Не закрутит, нет, сейчас мы в атаку пойдем. А Сережа Игнашевич смог, зарядит. Вот так, на плюшка. Фуа 88, красавец, 66 рублей. Пятерка. Не, сегодня всем пятерки я готов поставить, потому что донатят хорошо, красавцы. Донатить, а стрим сейчас закончится, ну весело. Ну подожди, еще не закончится, сейчас еще Леха нас повеселит. Леха не веселит никого, сейчас Леха четвертый забьет. Не, подожди, ну это пятерка однозначно. Красавец. Дима, 243. Красавец. Еще полтинник. Так, ну-ка, Волкот, ты мне не сейчас, нравишься. Сейчас, говорит, Хави, говорит, подожди. Сейчас я заменю. Хави, Ракитич играют в Барселоне. То есть у них уже, они как бы в своей команде остались, и в этом их преимущество. То, что они, ну как бы в этой команде уже играли. А у нас минус в том, что вот у меня Манчестер, у меня ни одного игрока Манчестера. Так у меня тоже ни одного игрока из Ювентуса нет. То Пирло не у тебя разве? Нет, Пирло не у меня. Да нет. Что это? Вот так вот, Леха. Как так? Хави продемонстрировал диспетчерские качества. Это Тевис он в своем бывшем клубе. Да, он же знает. Какой в жопу Тевис, он уже тут 3 мяча забил с травмы. Как он так делает? Он еще бегает быстрее, чем твои без травмы. Иванович 6-1. Вот так вот и делает, Леха. Сейчас еще сделает, смотри. Оп. Боже мой, Стерлинг. Самый высокий игрок в мире. Я все понял. Леха, что-то ты не то подкрутил в сейф. А я ничего не крутил. Да, конечно, ничего не крутил.
Если бы ты ничего не крутил, мы бы на первых местах бы шли. Что, даже чуйки не было? Чуйки нет. Он сказал, я, говорит, все уже, все голы свои забил, говорит. А что чуйка? Вот сейчас шестой, похоже, пойдет. Вот так. А, все, пенальти. Сейчас пенальти, шестой пойдет. У меня тоже шестой зашел. Сейчас зайдет, посмотри. Заканчиваем. Сейчас Тевис покер сделает с больной коленкой. Лёха, что ты делаешь? Вот так. Вратарь у тебя на рис увернулся. Стоял бы на месте, на жопе ровно бы сидел. Хет-трик у Тевиса. Четвертый гол в сезоне. Ну, вот так. Или в матче. В матче третий. Да, я считаю это. Ларис, ну что, пьяный доса, и то лучше падал. Я тебе уже говорю 100 раз. Что это? Лёха, меняй название на Сакерс. Да, он и Факерс, и Сакерс. Все в одну. А сейчас сравняю. На, чуйка работает. Оп, Хачериди отнял у Агуэра, видал? Да это гений, но Хачериди в Барселоне играл. Василон Чигринский играл. А, ну какая разница? Ну какая разница, да оба украинцы, все должны быть хорошо играть. Да они все на одно лицо. Коноплянка вон в Севилье играл, против Барселоны, все на одно лицо. Да, тоже барселоновский игрок. Все, короче, а мы опять становимся в тройку аутсайдеров. Вы становитесь в тройку аутсайдеров. Я побывал на втором месте, я побольше его повидал, чем вы, так что... Ну и как там на втором месте? Греет. Недолго, Лёха, недолго. Да. Ну греет, хоть и недолго. Что это? Ну завалили же. Нет, не считается. С судьями работает Генич. Чувствуешь, да, Лёха? Видишь, они отнять не могут мяч. Вот, да, это какой-то кошмар. Волкот. Вот так. Ой, боже мой, Рой. Черпачком бил. Думает, я красиво сейчас забью, в стиле Панинки. И на трибуны вынул. Да, коноплянка. Что? Вот так! Что у него там? Об мяч челюстью стукнул. Все, на. Ай, пустые ворота. Не. Вот так вот, Леха. Ну это ладно, мы разберемся. В следующем матче все будет лучше. Косил низ бесшумный, все остальные разочарованы, агрессивные. Ну кто не нажал опять? Да хороший матч у вас, нормально. Кто не нажал? Кто не нажал, у меня грузится. Вот все, и у меня теперь грузится. Так. Что у нас по турнирной таблице? Так. Еревика дебютирует. Физическое состояние Модрича просто в ужасное состояние, мне говорит мой физиотерапевт. А я даже не знал об этом. Я предоставляю тебе отдых. А он говорит, мне не нужен отдых, друг. Менеджер команды Бойерс устраивает разнос игрокам. Ну да что ты разнос-то устраиваешь? Лови. Я понял, почему я проигрываю. Потому что у меня у Модрича физические кондиции всего 60. Ну вот, наверное, поэтому проигрываешь. Следующий матч против Diamonds, потом против Fuckers, ух. Ладно, Лёха, сохраняй игру. Я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо всем, что были с нами. Спасибо всем за просмотр. Удачи и скоро увидимся. Таблицу показал им, как говорят. Таблицу покажите.